Всем привет, дорогие друзья, Фоксианы есть, Фоксианы с вами, значит, мы уже, что? Правильно, начинаем. Да-да, Кыш Ацуна. История, продолжить игру. Так, ну чё у нас? Вспомнить бы, на чём мы за А. А. Угу. Найти детали электрощитка, детали в башне, башня закрыта. Что у нас с собой по оружию? Есть пистолетик. Есть гранатометик. Есть МК-11. Угу. Ладно. Так, есть ключ. Вообще замечательно. И тут закрыто. Ой, вспомнить бы, где тут что находится, потому что я этот сектор толком не помню. Я помню, я тогда тут ходил и все. Нет. Клэр, нет. Ты опять за свое? На джойстик не включен? Не, не включен. Клэр. Дура. А почему? Почему у меня выбран селектор доп. Оружия? Один, два, три. Ну, смени селектор-то. Клэр. Понимаю, мы опять забагались. Вот эта вот херня у нас опять случилась, да? Так, патроны 45-го калибра. Вообще замечательно. Ладно, мы где? Знакомое место, хорошо. А вот тут? А, вот тут кладовка. Помню тоже. Здравствуйте, офицер. Так, хорошо, тут закрыто. Ты? А тебе вообще на выстрел в голову пусть? Можно мне селектор оружия починить? Нет? Использовать. Ножик. Сейчас смотри, она достает ножик. Все. Как? Как сменить оружие? РФГ. В чем твоя проблема, Клэр? Управление, настройки управления. Не то. Горячие клавиши. Прицелиться, действовать, доп. Оружия. Пробел. Во, все, починил. Деталь устройства в коробочке. Да не то. Изучить. Где там открыть-то тебя? Вот, пробел. Все, хорошо, деталька есть. Ну давай, открывай. Ну открывай. Иди отсюда. Иди отсюда, я сказал. Разота. Стал патроны тратить. Не ори. Не ори, не дома, и дома не ори. Так, большая шестеренка. Не лезет. Зашибись. А, так, хорошо. Хорошо. Предположим. Предположим, мы сейчас спустимся. Деталь устройства мне вроде бы где-то тут была нужна, нет? Или не тут? Не, погоди, это лифт. Не то. Куда мне надо было? Куда-то мне ее надо было присунуть, эту деталь долбанную. Давай сюда. О, кажись сюда. Вот, да-да-да-да-да, использовать. И... А, еще одну деталь надо. Такую же найти, да? Отлично. Ключ-карта.
Угу. Ключ-карта, я знаю. Второй детали устройства у меня пока нету, но деталь устройства мы доставим в часовню. Но часовня заперта. Сейчас, короче, весело будет вот этот беготня опять туда-сюда. Так, хорошо, использовать. Значит, убираем вот этот пистолетик. Забираем квик-арми. У нас, наконец, порох... Ой, порох, патроны под него появились. Он все-таки дамажит куда лучше. Выход из кабинета. Будьте добры, спасибо. Просто до свидания. С кем я разговариваю, непонятно. Все, крышняк едет. Хотя да, кукуха я уже давно-то поплыл. Кого я наебываю? Так, хорошо. Шестерка. Иди отсюда. А, промазал. Так, все, забираем. Тихо! Спокойно. Дядя, не надо. Я не хочу. Давай сюда сходим. Погоди, а эта ж лестница должна была быть сломана. А, нам опять фокус с водой надо сделать. А как я это тогда сделал? Как-то. Пошли вспоминать, как я это тогда сделал. Угу. Там теперь закрыто. Ага, вот. Вот, да. Переключить на другую трубу надо. Да иди отсюда. Бабусь. Без гуся. Блин, тут две травки лежит. Ну чё, обидно. А, ножик забрать надо. Пожалуй, заберу. Он слишком полезен в нашей ситуации. Все, пошли включать воду, и к нам сейчас фасолина опять придет. Оп, стоп. Пока фасолина не пришла, надо забрать. Да какие грибы, это все фасоль. Смотри, сейчас придет. Не придет. Во-во-во-во-во. А вот и фасоль. Я думаю... у меня места нету. Так, где там кабинет? Надо травку лишнюю выложить. Давай, Клэр, беги. Там фасолина идет. Вот с тобой бегаем. Так, вот эту травку можно убрать. У нас есть спрей. А у нас есть целая нихера. Вот на этих ключах до сих пор нет галочки. Да? В отличие, например, от этого ключа. Или вот от этого. Или вот от режущего инструмента. Плюс для чего-то еще понадобится электронный USB ключ. Что тоже, кстати, довольно интересно. Куда он может пригодиться? Надеюсь, фасолина сейчас сюда уже не идет. Это будет эпик фейл, честно говоря. Нам-то надо пройти в башню. А мы в башню пройти не можем из-за фасоли. Так, фасолина не видно. Но слышно.
Так, третий этаж. Часовая башня, вот она. У нас тут... Ё-моё, мне же через библиотеку как-то пройти надо. Ребята, я не помню, я где тогда лом-то нашел? Так, мужики тут тусят. А, фасоль. По-моему, какая-то дверь на первом этаже, нет? Холл. Вот где-то вот тут вот дверь. Комната записей вроде бы как раз. Мне туда надо. Девушка, давайте вы меня не заметите. Тактично. О, меня тактично не заметили. Это не может не радовать. Мне показалось ли... А тут еще дядька в окно лезет. А у меня нет этого ключа. В спину укусил. Фасоль! Лизун! Все вместе! Господи! Хана мне! А, нет? Доставай! Нет, не успею! Не успею! Блять! В двери застрял. Так. Стоять. Стоять нахрен. Короче, эту шестеренку я пока уберу к херам собачьим. Это сюда, это вот так. Все, сойдет. Я, честно говоря, не ожидал именно встречи с самой Фасолиной. Здорово. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Тут есть еще одна дверь, подходящая под наш ключ, прошу заметить. И мы находим еще патроны. И переносной сейф. Угу. Изучить. Так, раз, нет. Раз, два, нет. Ага, раз, два, нет. Нет. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три, четыре. Нет. Раз, два, три. Не то. Раз, два, три, четыре. Пять. Нет. Значит, вот этот. Потом вот этот. Нет. Вот этот, вот этот. Ха. Жопа взломана. Открывай. Е, кнопка. Первая кнопка. Все это... Вот лизуна я совсем сейчас не ожидал. Отдыхай. Еще раз встанешь, лицо сломаю. Так, теперь ты гори нахрен.
сдох. Так, отчет о конфискации. Вот этого у нас еще не было. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицера он попытался прикинуться растерянным, но был задержан. При нем была найдена записка. Мужчина хорошо нам знаком. Это Джастин Хэнсон. 39 лет, живитель Голда Холлс, ни разу не оказывался за решеткой. Нельзя сказать, что он последний негодяй. Просто ярый клептоман. Хотя попытка что-то сырить из полицейского участка — это что-то новенькое. В пластиковом пакете лежит бумажка. 6 лево, 2 право, 11 лево. А вот это интересно. Так, я надеюсь, у меня эта бумажка сохранится. Так, что я еще нашел? Порох обычный. Было бы хорошо, если бы я еще ключ как раз вот от этой двери нашел. Честно говоря, это оказалось бы очень даже полезно. Но чего у нас нет, того у нас нету, да? Это что? Это ручка. Все, больше я тут ничего полезного не вижу. Карта тут тоже, ничего полезного не видим. Поэтому почапали потихоньку по коридорам обратно. Вот тут мы заделаем... Да, я сказал, заделаем окно. Вдруг нам придется сюда вернуться. Посоль. Не говори, что ты тут. Я надеюсь, он ни хрена не где-то тут. Хотя на звук выстрелов вполне мог прийти. Так, хорошо. Запчасть. Пока убираем кнопку. Нам до той зоны еще добежать надо. И сохраняемся. Сохраняемся и бежим дальше. Ну или спокойно идем пешочком. А, погоди. Мне патроны для гранатомета нужны. Слушай, а он где-то рядом ходит прям. Прям громко его слышно, хорошо так. Так, зажигательный. О, у меня последний зажигательный. Етиш, пассатижи. А вот это уже печально. Я вам так скажу. Так, Клэр, давай не бегать. Слушай, а где задержан был? Что? Как он сейф пытался открыть? Мне очень интересно. В обозначенном месте. А, комната ожидания, второй этаж. Комната ожидания на втором этаже. Ну-ка, второй этаж. Комната с коллекциями. Дверь с электронным... Вот она, эта комната! Я знаю, что это за комната. Комната, в которой мы тогда не смогли сейф открыть. Потому что мы не знали кодового этого замка от него. Слушай, а пошли, откроем. Почему нет-то? Вот эта вот комната. Йо. Так, ну давай посмотрим. Значит, какой там код был? 6 лево, 2 право, 11 лево. Давай, значит, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да. И чё-то у нас? Магазин? Большой магазин для... А, нет, погоди. А, для пистолета. Тьфу ты. Я тем пистолетом почти не пользуюсь. У меня магнум для этих целей.
Не, плюшка в принципе хорошая. Интересно, где фасоль? А! Фасоль. Бум, нахуй. Ушатал ее. Так, ну нам придется идти через второй этаж. Нам сейчас на первый, ну никак нельзя. На втором этаже мы где можем... А, мы можем вот тут вот пройти. То есть через зону отдыха. Бубновая дверь. А у нас бубнового ключа нету вроде, да? Или есть? Не, есть. А, там прачечная. Да, стоит зайти в прачечную. Нам не помешает. Там был какой-то неплохой лут вроде бы. Ладно, давай ускоряться. А то мы тут ползаем. Ага. Ко мне. Дети, ко мне. Пошел вон. Все, нет меня. Использовать. И порох. И еще один замок кодовый. Изучить. Так. Угу. Раз, два. Так. Раз, два, три. Нет. Угу. Все. Ну, нормальный ПК как ПК. Кого бы он должен не тянуть резик? Мне вот что скажи. Где-то рядом ходит. Я его слышал сейчас. Я слышал его топ-топ. Как бы мне сейчас не пришлось бежать обратно в библиотеку. Ну, железо иногда обновлять надо, ухаживать за ним. Так, моя любимая горка трупов. Все, отлично. Мы до сюда хотя бы дошли. Уже хорошо. Бубновый ключ нам больше не нужен. Он наконец отметился как использованный. Забираем кнопку. Убираем большой магазин. Убираем вот это. Все. Сейвимся. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот так вот. Он сверху, что ли, ходит? В смысле? Ты же мертв должен быть. А тут быть не должно. Это плохо. Тебя тут вообще быть не должно, чувак. Да ладно. Все? Смерть. Так, давай зайдем, засейвимся. В любом случае, мы хотя бы лизуна убили. А он тут. Блять! Я думал, на лестнице! В смысле, ты тут прям? Не-не-не-не-не-не-не. Нет! Я сам выбежал. Не-н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 е. Шляпа дай, шляпа дай, шляпу, шляпу, все. Пизда мне. Иди сюда. Идиот. Здорово. Чего я натворил? Да я бы с него шляпу снял.
пусти. Пусти. Мужик, пусти. Пусти погреться. Пусти погреться. Саня, мне не надо. Не надо. Снял, называется, шляпу. Ладно, дубль 2. Теперь по-нормальному. Где он вообще? А, вот он. Здорово. Давай, 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 наверх. Вверх. Уходи. Ты не нужен. Посоль надолбанная. Я вообще не люблю фасоль. А значит, его я не люблю вдвойне. Ты нахрена встал? Ты нахрена встал, сволочь? Ляж. Ляж, отдыхай. О. Да-да-да, ставь кнопку. Ставь вторую кнопку. Ну, ставь. Так, 203. Есть. 202. Открыто. 201. Открыто. 301. Нет. Слушай, погоди, какие вообще закрыты? 102, 103. Дара у вас. 100. Ладно, 103. Угу. 102. Угу. Что еще? 106. 109. 106, 109. 106. 109. Есть. Теперь нам нужны номера 208. Все. Номер 208 в студию. Спасибо. Вот. Вот это уже дело. Забираем раз. Забираем два. Пленочку тоже забираем. Сейчас сходим, сразу ее проявим. Патрошки 45-е берем. Не задерживаемся. Снаряд для гранатомета пригодятся. И последнее расширение инвентаря. Тоже надо. Так, а у нас там что-нибудь осталось вот в этих ящиках? А то, что я мог и не взять тогда. Не, я забрал. Все, хорошо. Я слышу где-то недалеко тирана. Где эта фасоль долбаная? Я вам сейчас нудель сломаю. Ну или он мне нудель сломает. Иди отсюда. Фасоль ебаная. Так его за Леона мы закончили. Теперь надо закрыть историю Клэр. А, он надо мной сейчас. Историю Леона мы закончили. Теперь надо закончить историю Клэр. У них же все-таки есть отличие в истории. И это важно. Потому что концовка при втором прохождении отличается. Так, памятная фотка. А, так это я и так знаю. Ведь я без тебя знал. Чё? Господи. Я думал, что-то полезное сделал. Не, ни хрена полезного. Так, ладно, топим по первому этажу. Нам надо попасть вот в командный пункт. То
сюда. И вот, да, вот она, дверка нужная. Использовать. Есть рычаг для попадания в башню. Граната. Граната. Кто? Кто шумит? Кто шумит? Шуми, блядь. А, так, тут порох есть. Где? О, а я тебя не заметил, родненький. Забираем. Ну вот, увидишь. Шумка тоже забираем. Нам они обе пригодятся. Ты опять тут? Ты опять выходишь на свет, смотрела? Извините. Так, 17, 18, 19. Как бы это уже второй стрим за Клэр. После того, как мы закончили играть за Леона. Так, второй нож можно убрать. Толку мало будет. Хорошо. Большую шестеренку можно достать. Я так думаю. Потому что мы сейчас уже, в принципе, идем в башню. И эта шестеренка нам нужна. Вопрос, где он ходит? Если он на первом этаже... то мир его жопе. Если он на втором этаже, то мир моей жопе. Если он в библиотеке, мне пиздец. Блять. Я про нее забыл уже. Опять же офис Старс. Мне показалось? Это где-то рядом. Господи, как же я надеюсь, что он сейчас не тут. Попытка не шуметь оказалась неудачной. Хорошо, у меня есть план. У меня есть план, и я буду его придерживаться. Я хочу собрать всех зомби в одной точке. Эй, спустись. Спустись, пожалуйста. Пожужда. Пожужда. А я... Нет. Блин, минус граната просто. Остальных придется так добивать. А вот и дядюшка Тиран. Да, ты чё встал? Ты чё встал? Ты чё вскочил? Тебе кто разрешал? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Дядя. Блин, вот сейчас вот эта вот тупая гонка начинается с тем, что мне надо зачистить от зомби. И не сдохнуть. Когда тиран это вполне успешно может сделать. Ну, кто тебе разрешал встать-то? А в смысле тебе пофигу то, что эти? Я вообще похер. Ты настолько оборзевший. Так, давай вставим вот этот вот там рычажок. Хотя бы я домкрат уберу. Можно? Спасибо. Так, все, я наверх. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, я понял. Ты собираешься тут стоять, да?
Да, он лезет сюда. Ты охерел? Да я хочу просто от зомби зачистить. Этот-то может свалить в любую сторону. Так, сейчас сваливаем. Сейчас идем обратно в сторону сейфки. Потому что прятаться, в принципе, можно от него только в сейфках, которые закрыты. Которые нет выхода. Кроме как, да, через единственную дверь. Туда он проходить не может. Это мой единственный шанс сейчас выжить. То есть заныкаться в сейф. В принципе, я могу сейчас вообще сделать ход конем. Мы сейчас засейвимся шустренько. И попробуем сделать по-другому. Мы сделаем круг, банально. Сейф. Спасибо. И просто продолжаем движение. Мы не останавливаемся. То есть пока он там спускается по лестнице, мы проходим вот тут вот. Выходим сейчас в главный зал. И быстренько бежим на лестницу наверх. Повезло, что вот эта вот бабища сейчас отошла. Было бы забавно, если бы он меня сейчас тут стоял, ждал. Вот это факт. Ну давай еще. Угу. И еще разочек. Отпускай. Я в принципе не удивлюсь, если он меня сейчас услышит и уже придет. Вот вообще не удивлюсь. Но вроде пока не пришел. Конечно, приходится повторять все то же самое, что я делал за Леона. Это немного раздражает, бесит и так далее и тому подобное. Вставляем шестеренку. Пускай. Забираем шестеренку. Это мы и так знаем. Это мы еще в прошлый раз видели. Используем теперь шестеренку тут. А, стоп. Ладно. Она сюда неожиданно не подошла. Потому что я где-то что-то не заметил или забыл. Да? Стоп. А я... А, я вот куда пришел. А тут заперто все равно. Ну и черт с тобой. Значит, у меня только один выход. Пахнуть. Хе-хе-хе. Ладно. Так. Теперь. Мне тогда что надо-то? Куда тебя приткнуть? Я уже забыл. Сюда? А, я тут маленькую шестерню нахожу. Большую сюда нельзя вставить? Можно. Хе-хе. Все, часы пошли. Да, я понял, что она там. Я просто чутка подзабыл, как я тогда это делал. И использовать все. И сейчас, по идее, я могу по прямой в кабинет начальника сразу пройти. Конечно, ништяк. Давай, забираем коробку. Мне показалось, тут, кстати, патроны у него там наверху лежали. Да не то, изучить. Открыть. Да. И вторая деталь устройства тоже есть у нас теперь.
Блин, как мимо тебя пройти бы, так чтобы ты меня не укусил. А, повезло. Не успел он на меня среагировать. А вот и фасоль находит. Ну, открывай. В библиотеку поднимется. Пока пройдет по этой библиотеке, мы уже дойдем до кабинета охраны. О, охрана. Начальника полиции, во. Начальник охраны. Почему я его начальником охраны называю? Вот. Так, деталь. Да, и какой изучить, использовать? Все, отлично. Теперь осталось запитать цепь. Раз. Два. Три. Четыре. Ай, шесть. Сейчас. Я соображу, как эту цепь запитать. Тебя, кроме как так, никак по-другому не запитать. Хорошо. Значит, тебя ведем наверх тогда. Нет, эти потоки надо объединить. Вот. Вот так. И вот так. Все. В смысле, одна только лампочка. А, потому что... Вот, все. Здорово, Джабик. Бум-бум, топает там где-то надо мной или подо мной. Ну давай, бери уже трубку-то. Алло? Привет, Клэр. У тебя есть кое-что мое. А я думал, я хочу сыграть с тобой в игру. Понимаю, жаб. Тут близко, не пропустишь. Шерри в порядке? Пока да. Тронь ее, гнида, и я клянусь. Глупая девка. Не потеряй ты эту хуйню, я бы отпустил тебя. Не волнуйся, Шерри. Все скоро закончится. Отсюда должен быть выход. А мы еще за Шерри играть будем? Ну давай, ладно. Так, тут нужен кубик какой-то. Тут нужно тоже что-то сделать. Плюшевая кукла. Изучить. Ага. У нас тут заначка. Кубик. Использовать. И чего мне на... А, понял. Нет, погоди, не понял. Это сюда. Тогда как вот это вот так. Тоже нет. Двигать. А, их вращать можно. Тюти. Их еще покрутить можно, значит. А я этой фигни не заметил сразу. Так, хорошо. С той стороны должен быть квадрат. Но мы такого варианта с квадратом не видим. Во, вот это больше похоже на правду. Но тогда как раз не подходит вот эта грань. Зато подходит вот этот. Кубик-треугольник есть.
Я. Нехорошо, получается, нехорошо. У нас теперь тут не сошлось. Получается херобора. А, у нас тут вообще три угла не сошлось. Значит, что-то где-то стоит не так. Ну-ка. Так, вот это больше, ближе где-то. Где-то ближе к тому, что нам надо. Явно не то. Слушай, опять не то. Погоди, где еще есть куб и... Так, нет, не этот. Давай тебя поставим, хорошо. Так, ты явно уже не подходишь. Ты тоже не подходишь, да? Вот так. Вот так. И вот так. Все. Ножницы. У меня теперь есть ножницы. Мне интересно, а кто вот эту вот дыру проковырял? Что это за место? Что? Что, простите? Комната наблюдения. Бэйби-ру. А там детских кроваток. Не бегать. Так, что сделать пытаемся? Давай, залазь, залазь, залазь. Смогла. И снова смогла. Ой, молодец какая. Куда ты спрыгнула-то? Знаете, мне это место уже не нравится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть детских кроватей. Не понял. Вообще не... А, закрыто. Давай сюда. Это то ли детдом. Да, это, скорее всего, детдом какой-то. Должно быть там выход. Ага. Вот, блин, нужен ключ. Так, дневник Тома. Уже два месяца прошло с тех пор, как я написал Оливеру. Ответ молчания, не словечко. Хотя они все становятся такими, когда их усыновляют. Небось, устроился по королевски в доме каких-нибудь богачей и думать про нас забыл. Я был уверен, что Оливер не из таких, что мы с ним друзья навеки. Какой же я дурак. Анна сегодня рассказала сказку малышне, мол, когда родители забирают кого-то из нас, они делают из ребенка еду для чертей. Вот почему дети никогда не возвращаются и не пишут. Уж не знаю, чего это она, но из ее бредовых идей получаются отменные страшилки. Тут творится что-то странное, и дело не только в сказках Анны. Нет, я не жалуюсь, я бывал в приютах похуже, а этот еще и получает кучу денег, как какой-то корпорации. Но почему нам нельзя никому позвонить или ходить на улицу? Почему повсюду столько врачей? Почему-то, что ни день, то новые прививки. Мы как будто... Меня он усыновляет. Меня. Обычно всех детей хотят помладше, так что я уже давно решил, что уже стал слишком взрослым. Надо признаться, новость приятная. Да что я? Я просто на ушах стою от радости. Распрощаюсь с этим местом уже 20 числа. Постараюсь быть хорошим сыном, чтобы мои новые мамы и папы гордились мной.
Посреди ночи прибежал Оливер, весь побитый, кричит: «Помогите!» и все такое. Я его даже не узнал сначала. У него лицо было какое-то облезлое, будто расплавленное. Тут же явились все учителя и врачи и забрали его. Говорят, проблема с кожей. Скоро ему станет лучше, и мы сможем отправиться с ним в новые приключения. Понятно, но над детьми ставят эксперименты. Походу, вот на ком его вирус тестировали. Изначально. На детях. Набрали сирот. Шерри, тебе же сказали сидеть смирно. Я научу тебя слушаться. Не подходи! Прошу! Преподам урок! Мелкая сучка! Ты пожалеешь об этом! Ах, ты ж, блядь! Херась ему кожу разбила. Иди сюда! Давай, беги, не смотри на дверь. Беги, говорю. Я заставлю тебя жалеть об этом. Давай, 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 давай. Помогите! Кто-нибудь на помощь! Да зачем ты кричишь-то? Бежать некуда, мелкая сучка! Так. Бежать некуда. Дверь закрыта. Где ты? А ну выходи. Я знаю, ты тут. Чем дольше ты прячешься, тем больнее тебе будет. Где у тебя ключи? Вот и все. А, что? Не понял. Да я тоже думал, это идеальное место. Типа тут можно круги понаворачивать. А ну видишь как? Я думал, ключи сопру и свалю от него. Бежать некуда. Дверь закрыта. А что тогда с тобой делать? Где ты? А ну выходи. Я знаю, ты тут. Чем дольше ты прячешься, тем больнее тебе будет. А, ключи в руках. А ну. А, да, вон, с фонариком вместе. А как тогда? Ты сам откиснешь? А, слышишь, там вентиляция какая-то. Должна быть где-то здесь. Или он сейчас уронит ключи? Вот и попалась. Вот и все. Да, попробуй тут побегай. Он умный.
Он додумался попытаться меня выловить вот так вот. Спрятаться, надо спрятаться, спрятаться. Бежать некуда. Дверь закрыта. Где бать, ты? Он в напряге меня держит, а? Ну выходи. Я знаю, ты тут. Чем дольше ты прячешься, жруба неадекватная, тем больнее тебе будет. Походу, когда вот он пойдет вот сюда, когда ему нехорошо станет. Все. Сейчас нам надо пройти мимо. Вот, блядь. Холодильник? Нет? Блин. Последний шанс. Выходи! Сейчас же! А под столом он меня спалит? Спалил. Надо свалить. Надо свалить. Ну давай. Запри его тут. Куда делся ключ? Вот и попался. Не-не-не-не-не-не-не-не, мужик, нет. Давай, открывай. Блин, надо за собой дверь запирать. Было бы проще. Да не изучить. Открывай. Там цель. Оболочек, Шерри. Хрена, он там втопил с лестницы-то. Я иду, Шерри. Ну ты охренел. На детей с топором кидаться. Иди сюда, мелкая. И что же? Не трать мое время, сука! Верни медальон или Шерри труп. Медальон? Зачем он тебе? Ты хочешь ее смерти? Поняла. Где ты? В приюте. В приюте? Где это? Тут близко. Не пропустишь. Шерри в порядке? Пока да. Тронь ее, гнида, и я клянусь! Серьезно? Блять. Ладно, у нас есть ключ-карта от гаража. Ты у меня получишь, сука.
Да. Бедный ребенок, а. Так, давай сохранимся. 21. Вот. Топим в лифт. Потому что там еще где-то этот ходит. Посолено долбанное. Нам проще на лифте спуститься. Чисто дешевле обойдется, чем мимо фасолины бегать. О, господи. Нет, да ну тебя, да нет. Отстой, а шляпа где? А я не трогал твою шляпу. А не надо, не надо, дядя. Дядя, пожалуйста. Слушай, я уже ухожу. Это ж не я с тебя шляпу снял. Ну отстань, ну пожалуйста. Ну пожу, ну позёзь, да. Ну не надо. Там еще и эти сидят. Черт, тут не пройти. А, оружейный закрыт. Не. Здорово, мужики. Как дела? Как дела? Давайте, ребят, вечерняя пробежка. Ну, в гараж можно попасть через этот подземелье. Помнишь, я в подземелье заходил за Леона, когда статую открывал. Там ключи от статуи нужны были. Вот так можно попасть в гараж, в принципе. Не. Мы так не договаривались, Эфэли. Как раз через ту шахту мы и попадали, собственно, в гараж. Нет. Нет. Куда бежать? Да бежать. Псины. Бегом, бегом, бегом. Думай. Думай куда. Быстро думай. Не туда пошел. Не туда пошел. Вообще не туда пошел. Или туда. Туда или не туда. А, нет. Стоп. Куда мне? Не сюда. Собаки. Мансим? Кыш! По всем зак... А, все правильно пошел. Все правильно пошел. Отдыхай. Должно быть это приют. Да беги, Клэр. Клэр, беги. Собаки так стучат туда. Я рядом, Шерри. Так. А цепи, кстати, нету. Есть кто? Медальон у меня. Не, тирана за нами уже не гналось. Он от нас отстал. Ты не успела. Что? Это твоя вина. Что такое? Чтоб тебя били! Ксеноморф лезет. Вот черт! Срань господня. Вот так рождается ксеноморф.
Шерри. Шерри. Стоп, тут засейвиться вроде можно было, не? Да поднимись. Ладно, я понял. Давай вниз уже. Лбеж. Проще вниз спуститься, чем наверх подняться. Шерри! Где ты? Клэр! Шерри! Я сейчас! Так. Тише. Давай, бежим! Ну как ты сюда прошел? Ну зачем ты сюда пришел? Он прямо за тобой! Беги! Быстрее! Поднажми! Гениально. Одна кричит быстрее, другая кричит поднажми. Шерри, давай! Готово. Ой. Разорвали по солену. Клэр, ты как? Ты слышишь? Клэр, ну же, вставай, он идет. Бежала. Очнись. Вставай. Открой глаза. Не шевелись. Заражения нет. Шерри? Где Шерри? Шерри. Она в порядке. Ты знакома с Шерри? Невероятное проявление силы. Где она? Нужно изучить все. Ты кто? Я Клэр. Это неожиданно. Эй, где она? Ау! Что? Где? Я Аннет. Скажи, что с Уильямом? Не знаю, а кто это? Существо, что это сделало. Что? Ты знаешь, где Шерри? Он эволюционирует куда быстрее, чем ожидалось. Куда ты? Слушай, мне некогда отвечать на твои вопросы. Все под контролем. Я должна найти Шерри. Моя дочь не твоя забота. Так, весело. Нас сейчас послали. Так, мы можем спрыгнуть сразу туда. Где же ты, Шерри? Но эта зона отмечена крас. Ага, вот, патроны. Потому что тут есть патроны. То а дверь, собственно... Ее мама? А, открыто. Отчет о Г-вирусе. Очень скоро начинается заключительный этап клинических испытаний Г-вируса. Известно, что существо Г произойдет по своим возможностям у любого человека. Но мне хотелось бы выдвинуть некоторые гипотезы касательно его биологии и биологических функций. Сразу после рождения у субъекта начинается спад умственных способностей, и через пару дней он перестает говорить. В конце концов, он окончательно потеряет рассудок и утратит человеческую природу, если его действия будут продиктованы только стремлением к выживанию и репродуктивным инстинктам. Ускоренный процесс деления клеток, эволюция, позволит существу легко адаптироваться к любой среде. Более того, оно сможет быстро устранять любые повреждения благодаря регенерации тканей. Поэтому полностью уничтожить его обычным огнестрельным оружием будет практически невозможно. Самой примечательной особенностью Г будет его стремление к размножению. Существо будет инстинктивно искать людей со схожей ДНК, чтобы внедрить в них эмбрион.
Однако шансы на успех такого процесса крайне малы. Если совпадение ДНК будет недостаточным, результатом взаимодействия станет недоразвитое существо Г. Пожалуй, можно назвать одну категорию людей, чья ДНК обладает необходимой степенью сходства. Биологические детки субъекта. То есть он гоняется за Шерри, чтобы заразить ее вирусом? А нахрена мне сейчас 300, вот этот 57-й патрон дали? Ведь я уже ни хрена не понимаю с этой игрой. Вот вообще. Ага, дальше закрыто. Понятно. Так, что у нас тут вообще лежит? Траву убери, нож переложи. У нас этот нож сейчас уже кончится. То есть он на последний удар остался. Давай сюда, ладно. Обратно мы залезть уже не можем. Ну, кстати, Шерри! Может быть. Где же ты? О, нет. О, нет. Канализация снова. Господи, я помню, как я тогда с этим мучился. Меня ж тогда только дробовик спасал, а тут меня что будет спасать? Да вот и я о чем, опять канализация. Да, 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 шахматы, вот этот вот поиск этих шахмат самих. Господи, мы ж с ним так... Так набагились тогда. Так, для чего я сюда поднялся? Так, тут можно лутануть... Ага, нельзя лутануть шкафчик. Пошел вон. Ду-дю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 . Прыгай. Прыгай. Так у нас патронов-то нету. Почему ты не осталась дома в безопасности? Эй, Шерри! Я испугалась. Монстры были повсюду, я... Надо было вызвать полицию. Мы ведь учили тебя. Я вызвала, но никто не приехал. А ты не отвечала на телефоны. Шерри, у меня нет на это времени. О, нет. Шерри! Шерри, я иду! Держись, Шерри. Я сейчас. Господи, нет у нее на это времени, дура. Тупая блондинистая овца. Знаешь, что самое обидное? Мы проходим как бы тут за Леоном. Так какого хрена? Ладно, хотя бы план этажа есть. Воду. А, не, не воду, платформа. Ну да. Там геймплей, ну, до безобразия немного однообразен, соглашусь. В принципе, ради этой травы я к нему подходить не буду. У меня этой травы должно быть много. Проблема в другом. Мне надо было уже взять этой травы, а я ее не взял. Чёрт!
Погоди. Мужик, погоди. Стой. Я без тебя справлюсь. Давай договорились, ладно? Не надо ко мне идти. Не надо. Ну, пожалуйста. Ну, не иди ко мне. Ну, не надо. Так, вот тут мы ходили. А нам куда надо-то? Господи, тварюга это вылезла. Что за хуйня? Эта тварь уже вылезла. Ну, честно говоря, разница не слишком, чтобы и велика, да? Я бы, честно говоря, от дробовика бы не отказался. Ибо этот гранатомет, ну, вообще ни к селу, ни к городу. А, слышь, тут зажигательные боеприпасы где-то лежат. Да, попробуем забрать. Что тут написано? Копия письма. Не знаю, что происходит. Ситуация вышла. А, это мы знаем. Эту бумажку мы видели, кстати. Слушай, а ведь Леоном как-то по-другому ходил. Я не так проходил Леоном. Да, оно именно так и работает. Пока я читаю, они меня не трогают. Они даже не и шагу сделать не хотят, пока я читаю. Так, ладно. Внимание, вопрос. О чем мне тогда сейчас куда идти? Я вот этого не помню. Красная трава. Блин, я опять фиолетовой травы не взял с собой. А, во, приспособление, все. Письмо Леона. Клэр, раз ты добралась сюда, то скоро сможешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с одним делом, но хочу, чтобы ты знал, за всем стоит Амбрелла. Если я не выберусь, расскажи все сама. Для входа в фуникулёт требуется ID-браслет. Угу. Думаю, если бы я проходил сначала за Клэр, а потом за Леона, то тут были бы записки Клэр. По адресу бла-бла-бла, кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. А чё в том сейфе будет полезного? А я не помню. А давай посмотрим, ладно. Ща придем, посмотрим, чё в этом сейфе полезного. Так, 2 лево, 12 право, 8 лево. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Укрепленная коробка SL-60. Я понял. Так, ладно, мужик, я тебя побеспокою. А, смотри, не побеспокоился. Слушай, давай вернемся сейчас тогда назад. Давай вернемся назад. Возьмем SL-60. Объединим его. Получим укрепленную коробку. Также объединим, пожалуй, красную и синюю травы. Уберем вот это. И. Так, отсортируй. Спасибо. Так, и возьмем патрон под SL-60 соответственно. Кстати, пленка у меня так и лежит. Я про нее забыл. Сменить боеприпасы. У меня есть патроны доп. Мощности.
Погоди, а другой патрон какой? Ты хочешь сказать, там в него можно было заряжать девятки? Понимаю. Честно, а хрен его знает. Но надо будет заняться этим вопросом. Так, доски, кстати, можно убрать. И ключ можно убрать. Они нам больше не нужны. Граната нам пригодится, патроны доп. Мощности нужны. Честно говоря, ас не подумал. Я что-то порох коплю, а куда использовать, да. Даже не задумался. То есть у нас теперь два пистолета. Скорее всего, вот этим я буду разрывать головы знатно тогда. Так, хорошо, пройду я сюда. А, и все, и нормально. Пошли, ладно. У меня ж теперь есть всего этот тэшка. Рычажок. Можно вот сюда пройти. Сейчас идем, как по мне, в самую неприятную часть. Вроде. Слушай, где-то должна была быть запись вроде насчет пороха. Сейчас. Участок. Отчет. Вот. Да, порох плюс высокий — это кислотка. Два высоких — это этот. Для ПП. Я, если что, патронами обложусь. То есть этот вопрос меня самого интересовать будет. Так, ключ. Ключ нам нужен наверху. Вроде бы. Ну, слушай, патроны нам понадобятся. А как так? А тут не пройти, а? А это интересно. А мы тут за Леона ходили. А кто сломал? Кто такой нехороший? Ну ладно, хорошо. Бррр, ну и жуткое местечко. Давай, залазь. А, бог ты мой, они повсюду. Честно говоря, я не знаю, как от них уворачиваться. Вон, смотри, сидит. Жахнула, мама, не горюй. А, я помню, вот этот тот потом сюда стечет. Так, травка. Берем. Не, мы тогда их огнеметом косили. Я это помню. Вообще их надо вот в этот глаз срано убивать. Но у нас тут вместо огнемета какая-то другая херня. О, скатился. Так, а чё? А, вот. Стою, кручусь, туплю.
Да что ж ты. Отдыхай. И что это? Электропушка. Так, хорошо, предположим. Оружие должно быть мощное. Мы его обязательно опробуем. Ой, закрылись. Эй, запер ты тут. Два дебила. Так, квина. Вот квина. А кто помнит, в каком... Ой, в каком я их порядке тогда расставлял? У нас, кстати, теперь на спине гранатомет. Ну-ка, давай посмотрим. Выглядит, конечно, интересно. Первое, где брать на нее боеприпасы? Я надеюсь, мне их будут давать, а не как обычно. Не, мне кажется, порядок будет тот же. Там даже написано. Угу. Ладно, давай гранатометом. Все-таки по-разному ставится, да? Оружие, конечно, интересное, но да. Стоп, не туда. Мне вроде сюда надо, не? Ну, да. Да-да-да, вот. Господи, теперь еще и шахматы по-разному ставить. Ну... Ну, почему нет? Не может быть так просто. Нет. Блин. Ну, заблевал. Ну, молодец. Дай пройду. Использовать. Взял, заблевал. А мне теперь как жить? Тьфу. Получ. Да, обязательно забуду, слушай. Иди отсюда. Скачил он. А в смысле ХП красное? Ладно. Пошли выложим лишнее. Возьмем еще аптечек. Если красная трава у нас есть, нам нужна синяя. И спрей. Или не спрей. Что-нибудь, короче. Можно спрей, можно не спрей. Не суть важно. Что первое попадется? Угу. Тогда берем красную и берем синюю травки. А, ЗК у нас есть. Все. Тогда красную я даже уберу. Я возьму зеленую красную смесь и просто синюю траву. Также достану зажигательный боеприпас, сейчас заряжу и уберу электропушку. Пока ни, вообще не это ни к селу, ни к городу. Так, пока что вас ставим сюда. Тупо вот для того, чтобы вы хоть где-то стояли, мне место не занимали.
А что тут написано? А, ну да. Это мы знаем. И нам еще одной не хватает, да? Еще одну надо, наверное, уйти где-то. Ну где, я догадываюсь. Я уже понял по коридорам, куда мне идти. Вот то, что у меня с боеприпасами беда, вот это факт. Сейчас еще будет. Использовать. Есть контакт. Нету боеприпасов. Порох у меня на саму амбреллу лежит. Все, ничего не знаю. Боеприпасов нет. Чего? В смысле? Это что такое? Это что сейчас было? Очередная пленка. Патроны 45 калибра. Сумка. Еще одна. А, мне вот как раз вот эту вот деталь надо было забрать. Ну, хватит меня трогать. Че у вас так много тут? Не то. Где ключ-то? Вот ключ. Я надеюсь, я сюда не просто так сейчас иду. Порох. Что? Джазовые эти. А, тут... Тут лифт, который в этот наверх ведет вроде бы. Я вспомнил. Так, ну я последнюю фигурку забрал, мне надо уходить отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Все, мы просто валим в ту же сторону, откуда пришли. Кто тебе разрешал встать, а? Урод. Тем более патроны 45-го крафтить нельзя, как 50-е. Увы и ах. Я бы с радостью их скрафтил, и мне было бы намного легче жить. А, вон это сгусток говна. Бежим. Чё за бред-то? Снова траву использовать приходится. Зато синие травы почти не использовал за это прохождение, а тогда пришлось обнюхаться этой синей травы. Так, убрать. Кстати, ключ еще где-то нужен. Забавно. Так, зеленая трава достать, убрать. Это сюда, это вот так. Объединить, готовенько. Ну и сохранится лишний раз. Никогда не помешает. 27. Значит, сюда.
Так, ну давай смотреть. Ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Король с ферзем стоят порознь, но развернуты к коню в самом конце. А сам конь расположен не так, как в футляре. Чего? Чего, блядь? Да только пешка на месте и стоит. Это что за инструкция такая? А, ну и конь на месте стоит. О, еще один тоже не понял. Ладья, значит, рядом с конем. Так, кто из вас ладья, напомните мне. Это ладья. Вот она. Штекер в форме ладьи. Ладья рядом с конем. Ставим. Но не смотрят на ферзя. Король с ферзем стоят порознь. Король с ферзем стоят порознь, но развернут коню. Сам конь не расположен не так, как на футляре. Чего? Хочешь сказать, ты стоишь неправильно. Ты по-другому должен стоять. Король с ферзем стоят порознь, но развернут к коню. Мне кажется, или тут ошибка в переводе? Значит, слон, собственно, король и ферзь. Теория короля надо сюда. А сюда, соответственно, ферзя. И сюда? Нет? Это явно не для меня. Согласен. Король с ферзем стоят порознь. Если это не место коня. Ферзя с конем поменять? Ну давай поменяем. Не, ну погоди, там же было написано то, что они стоят порознь. Ну давай попробуем, хорошо. Тоже нет. А, стой, тю-тю. Я что сделал? Я тупой. Где ты кто? Ты слон. Вот. Слона на место. Я тупой. Я понимаю. Дурак невумный. Тебя сюда, ферзя. На место коня. А коня сюда. Тоже нет. Смотри. Слон — это башня. Это ладья. Попробуй. Слышь, шутник. Да шучишься. Так, хорошо. Что-то определенно идет не так. Ладья, значит, рядом с конем. Конь. С ладьей рядом. Стоп, а это ферзь. Вот, ладно. Стоп. Картинки правильные. Понятно, ЧСВ, улетаешь в бан. Вопрос вообще легко решаем.
Так. Значит, Штеттер в форме ладьи. Ладья с конем должны стоять тут. По идее. Жаб, ты просто пойми, вот тут написано, сам конь расположен не так, как на футляре. То есть, он должен, по идее, стоять не тут. Вот в чем вся проблема. Ну, конь смотрит сюда. На слона. Не смотрит на ферзя. Погоди, если он не смотрит на ферзя, то я что-то запутался. Ферзь. Король. Слон. Ну давай Нет, погоди. Король с ферзем стоят порознь. Хорошо, давай сюда ферзя поставим. А сюда получается короля. Опять не то. Слона сюда. Более я нихуя не понимаю. Вот, хоть кто-то на понятном мне языке написал. Спасибо тебе, добрый человек, сейчас сделаю. Так, значит, слева. Ферзь, слон, король. Стоп, в смысле? Погоди, пешка. Получается, все-таки слон-то неправильно стоит, да? Нет, стоп. Конь. Да, конь. Конь стоит на одной с линии с пешкой все-таки. Ну, блин, поставь ты его. А в центре должна стоять ладья. Где ладья? Вот это. Сюда ставим ладью. Так, теперь тут. Ферзь. Слон. Король. Да. Спасибо тебе, добрый человек. Ты меня спас от... Еще получаса мучений и боли для моих мозгов. Так, травки. Травки это надо. А, ну и конечно же нет питания. Питания нет. А к нам сейчас вроде должны прийти, не? О,
пошли. Вот черт! А как я тогда выбрался? Ребята, я не помню, как тогда выбраться. Я вообще не помню, как я тогда выбрался. Вроде как надо эти ворота то ли открыть, то ли сломать. Нет? А, да, все. Он сейчас сам их откроет. Блин, горим. Больно. Больно, сволочь. Не стукай, дядя. Так и знала, что ты не стукай. Ну не с... Ой, блин, я вспомнил эту херню. Как же я тогда на Леоне-то мучился тут. Опять 25, просто вот то же самое, абсолютно, один в один. Опять страдать. Да, 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 я и говорю, опять страдать. Сколько раз я тогда тут упал? Кто помнит? Раз 5 точно? Блин, я хотел патроны забрать. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Уже можешь не идти. Ладно, как раз быстрее получилось. А, два раза с ним и три раза сам. Понял. Да я знаю, что можно не стрелять. Я это уже понял, еще тогда. Я, в принципе, его так, как раз так и проходил. То есть я его только сталкивал. Да вот, как вот это называется? О, мне хана. Определенно хана. Иди сюда, тварь. Успел. Ну да, в этот раз я быстрее намного справился. Согласен, в этот раз повезло. Прости, что так долго, Шерри. Быстрее не выходит. И... А, ну ладно. Заразили. Что ты делаешь? Помогаю. Шерри заражена. Ее не спасти. Ты, блядь, серьезно? Ты ее мать. Пизду сюда. Ты не понимаешь. Уильям еще на свободе, если я его не остановлю. Не хочу даже слушать. Жизни. Шерри, я люблю тебя, детка. Прощай.
Что, блядь, шутишь? Шири, не бойся, я найду для тебя лекарство. Почему ты помогаешь? Не могу иначе. Спасибо, Клэр. Давай, пошли. Фуникулёр недалеко. Кстати, я траву пропустил. Она сказала, лаборатория близко. Точно. Фуникулёр. Держи, Шири. Все будет хорошо. Да, тут рядом до фуникулёра. Почти дошли, Шири. Почти дошли. Отлично. Фуникулёр. Ладно. Сюда. Вот так. Ты справишься, Шири. Мы тебя вылечим. Да, да. Даже и говорить ничего надо не хочется. Надо все проверить. Вернуться уже не сможем. В этот момент. Хрен с ней, с зеленой травой. Я за ней не побегу. Тут ничего полезного нет. Ну и хер с ним. Она ей оказалась... Подарок от брата. А, не. Мне показалось, она ей по размеру, а нет. Удачу. Без тебя я бы пропала. Шутишь? У тебя все было отлично, пока не пришла я со своими проблемами. У меня есть кое-что твое. Убери это. Что? Почему? Он же классный. Мама дала на прошлый день рождения. Могла бы просто бывать дома почаще. Знаю, ты думаешь, что твоей маме все равно, но... Так, Шири, привстань. Эй. Слышишь? Держись. Вы прибыли в Ульт. Все хорошо. Я рядом. Пошли. О, господи. Я найду лекарство. Только держись, Шири. Только держись. В целях безопасности не входите до полного открытия дверей. В целях безопасности не входите до полного открытия дверей. Да похер как-то. Просто уже раз нас не придавило. Добро пожаловать в Ульт. Приятного времяпровождения. Смотрите лабораторию. Угу. А уровня доступа нам, соответственно, не хватает. Ладно. Вот так. Ладно. Что дальше?
Может, здесь что-то есть? Антидот? Ура! То, что надо! Эй! Шерри! Мне надо идти. Полежи пока здесь. Я вернусь очень скоро. Обещаю. Так, иди браслет. Значит, чё? Вот это нам не надо. Вот это нам тоже не надо. Граната еще пригодится. Ключ нам этот больше не нужен. О, 45-й этот оставляем, оставляем, оставляем. И отсортируй. Взять зеленые травки. Объединить с красной. И убрать синюю. Тоже больше не нужно. Все. Отсортировались. Ладненько, ребятушки, давайте на этом на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на меня, на группу ВКонтакте. Ну и, конечно, приходите на наш сервер Discord. Ну и всем пока-пока.